Програма «Новий день» постійно інформує вас, тримає руку на пульсі з приводу пенсійних реформ, які проводяться в Україні. І сьогодні до нашої студії завітала вже традиційно спеціаліст цього питання Марія Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсії, номер 1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі. Вітаємо вас. Дякуємо, що зранку ви завітали до нашої студії. Отож, сьогодні ми говоримо про комплексну реформу пенсійного забезпечення. Думаю, логічне запитання. Ми вже частково говорили на цю тему. Навіщо взагалі її проводити? В чому її така величезна необхідність? Тому що без неї жили, ну і що вона зараз? Так, как известно, еще в 2003 году был принят закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в котором еще изначально предусматривалась система подразделения на солидарную, накопительную и негосударственную. Ну и по сегодняшний момент, к сожалению, вся пенсионная система держится только лишь на солидарной системе. Солидарная система очень перегружена. Вы сами-то понимаете и знаете всю эту систему. И поэтому, чтобы разгрузить солидарную систему, для этого вводится специальная комплексная реформа. Хотелось бы узнать, что она мыслит в себе и что означает комплексная реформа. Итак, давайте расскажу основное. Это, в первую очередь, назначение всех видов пенсии по одной системе. Дальше идет внедрение накопительной системы. Плюс ко всему идет разделение профессиональной системы для разных видов профессий. И отдельно идет обязательно, конечно же, это идет негосударственное пенсионное обеспечение. То есть таким образом будет подразделяться пенсионное обеспечение на многоуровневую систему, то есть на солидарную, накопительную и негосударственную. А для разных профессий по-разному, яка буде тут дифференціація, в чому різниця и чому пріоритети віддаються? В большинстве. По поводу накопительной системы, да? Итак, давайте более расскажу. Во-первых, накопительная система вступает в силу с 1 января 2017 года. И граждане возрастом на 1 января 2017 года, чей возраст будет меньше 35 лет, они попадают под эту систему обязательно. Желают они того или нет. Граждане возрастом от 36 до 55 лет попадают уже по систему по желанию. То есть, если они захотят, они могут добровольно заключить договор с пенсионным фондом. И в чем они это могут сделать, конечно, на протяжении 2017 года. До речі, можемо також вивести деяку інформацію. Друга картинка, яка у нас вже є заготовлена, її також можна вивести, де більш детально вже це показано. Давайте еще более подробно расскажу. Смотрите, с 2017 года, как я сказала, накопительную систему будет отчисляться сначала 2%. С 2018 это уже будет 3%. И к 2022 году это уже будет составлять 7%. То есть, что это такое? То есть, накопительная система будет действовать с 1 января 2017 года. То есть, на каждого гражданина, если, допустим, он попадает под обязательную систему, то есть, возрастом до 35 лет, будет складываться как бы отдельный персональный кошелечек. В этот персональный кошелечек именно по этому гражданину будут откладываться денежки. И он сможет воспользоваться этими деньгами при достижении пенсионного возраста. И каждого года будет відніматися відсоток, который вы называли. Абсолютно верно. Сначала с 2017, еще раз повторю, будет 2%, с 2018 будет 3%, с 2019 тоже будет 4%, и к 2022 году тоже будет составлять 7%. А чи є можливість взагалі відмовитися від цих відрахувань? Если, допустим, граждане возрастом до 1 января 2017 они идут обязательные, то они, к сожалению, эта система, ну, к сожалению, или в любом случае, они отказаться не могут. А вот граждане от 36 до 55 лет, это уже будет по желанию. Если хотят, они могут заключить договор с пенсионным фондом. Ось мені цікаво, у чому різниця? Одним можна відмовитись, іншим ні. Адже що у тих це їхні власні гроші, вони можуть відмовитись, тому що це ж мій власний гаманець. Ну так предусматривает закон. Тобто в такую форму. Ну да. І звичайно ж, взагалі ця реформа передбачає і створення пенсійної програми, і які відповідно умови участі у цій програмі будуть. Так, смотрите, профессиональная пенсионная программа, это касается именно отдельных граждан, которые работают на специальных видах работ. До речі, третя інформація, у нас є третя картинка, її також можна зараз пустити на екран, щоб глядачам було видніше, і ви прокоментуєте. Смотрите, так, профессиональная пенсионная программа, это идет по первой категории, это идут граждане, работающие по списку 1. Наступна, що зараз інформація ще піде. Так, друга категория, это лица, работающие по списку 2. Третья категория – это лица, которые имеют право на пенсию по выслуге лет.
Третья категория – это, например, женщины-трактористы или машинисты. И четвертая – это, конечно же, категория пяточная – это государственные служащие. Угу. Смотрите, по поводу профессиональной пенсионной программы. То есть граждане при достижении, допустим, своего льготного пенсионного возраста, допустим, по списку 1 и по списку 2, эти граждане уходят немножко раньше, точно так же по выслуге лет. Угу. То есть профессиональная пенсионная программа, чем она отличается? Это, по сути дела, та программа, с которой они смогут воспользоваться, не достигая 60 лет, воспользоваться этой программой раньше. Таким образом, смогут отдельно пользоваться именно как бы деньгами, накопленными по профессиональной программе. Они смогут либо снять эти деньги единоразово, либо раскидать на определенное количество лет, либо раскидать их пожизненно. Тетя, при достигнении пенсии, снимем все гроши, поедем відпочивати. Да. Прогуляемся 2 дні. Я думаю, там небагато буде на той час, якщо зараз це вже нічого не коштує. Ну, а взагалі, ось така система, скажімо так, зняти відразу одноразово усю суму, яка є на цьому гаманцю. Це 100% можна буде зняти, чи будуть, можливо, якісь... В законі на сьогоднішній момент це так предусматривається. Можна буде так, тому що досить часто буває, коли хочеться все відразу зняти, то, на жаль, кажуть, треба все ж таки... Навіть у банкоматах кажуть, тільки ліміт. Так, да, тільки те, що дозволила сама система. Ну, закон, по крайней мере, предусматривает, що можна буде. А взагалі є ще також недержавне пенсійне страхування. Що це за система, що вона передбачає? По поводу негосударственного пенсионного страхования договориться о том, что будет действовать негосударственный пенсионный фонд, на который точно так же можно будет откладывать деньги на счет, и в котором в дальнейшем точно так же можно будет ими воспользоваться. То есть это предусматривается именно отдельная система. А яка різниця, державний, недержавний? Ну, це я зрозумію, державний, недержавний, але все ж таки, а в чому пріоритет першого чи пріоритет другого? Ну, в любом случае, негосударственную систему точно так же будет стимулировать государство. Угу. В любом случае. Но это пока что, и только ж проект идет пока что... Державно, не державно, да. Так, достатньо таки цікаво, и державный есть, и недержавный, и все стимулируется державой. И все стимулируется державой, да. Так. Достатньо таки цікаво. Ну и, звичайно ж, традиційне питання, я думаю, це навіть не питання, а просто прохання до... Інформація для наших глядачів. Так, проінформувати наших глядачів, як можна за допомогою доступу до інтернету отримати доступ до інформації персональної. Да, конечно же, можно. В любом случае, это, во-первых, хотела сказать изначально, потому что очень часто задаются такие вопросы. А если я этого не сделаю, буду ли я получать пенсию? Вы будете получать пенсию, независимо от того, войдете в эту систему или нет. Эта система называется система веб-портал. Угу. Это очень удобная система, она касается как и пенсионеров, так же и молодого поколения. То есть, если, допустим, это гражданин-пенсионер, он может при желании в любой момент зайти в интернет, просмотреть свой размер пенсии, свой день выплаты пенсии, по какому закону начисляется его пенсия, в каком размере ему платится пенсия, задать какие-либо вопросы. Точно так же получить на них письменные ответы либо по почте, либо по электронной почте, как они пожелают по этому поводу. То есть для пенсионера это точно так же удобная система. Это удобная система и для молодого поколения. Если, допустим, человек хочет заказать справку из системы ОК-5 или ОК-7, которые сейчас, допустим, часто требуют бухгалтера, они точно так же могут зайти в интернет и через электронный портал попросить пенсионного фонда распечатку по системе ОК-5 или ОК-7. То есть ее можно даже не приходя потом к вам, просто распечатать через принтер? Да. И ее принимают? Сколько принимают, я скажу. Но скажу такой еще момент, мы сейчас не сталкивались. Скажу более подробно, что если, допустим, по системе ОК-5 и ОК-7, можно точно так же посмотреть, идут ли за вас отчисления в пенсионный фонд. Угу. Если идут, то в каком размере. Угу. И если, допустим, вы работаете у частного лица, точно так же проверите, делает ли он за вас отчисления в пенсионный фонд. Выполнить свой обовязок. То есть это для молодого поколения точно так же интересно, и я считаю, что на будущее точно так же пригодится. Я одразу згадала про свою бабусю, ви сказали про літніх людей, а ось якщо у літньої людини немає комп'ютера, немає доступу до мережі, і вона, ну, немає близьких, вона живе одна. За телефоном вона може зателефонувати вам і якось дізнатися інформацію? Обов'язково, звісно ж, є. Не особливо саме на інтернет, можна також телефонним режимом. Абсолютно вірно. Угу. Ну, я думаю, що кожен знайде той варіант, який йому зручніший, та яким йому, можливо, найкращий. Ну і, звичайно ж, дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до студії. Я нагадую, що на сьогодні була в гостях Марія Приходько, головний спеціаліст відділу з питань призначення, перерахунку та виплат пенсій, №1 управління Пенсійного фонду України в Заводському районі міста Миколаєва. Дякуємо вам.